Приветствую всех зрителей на своем канале. За кадром Светлана Садыгова. Сегодня будем продолжать вязать. Мы остановились на предыдущем уроке. Я вам говорила, синюю вот полосочку мы должны провязать и добавлять в каждом ряду и на лицевой, и на изнаночной стороне по одной петле с каждой стороны, то есть слева и справа. Мы вот добавили, и у нас уже получилось 74 петли. То есть у нас было здесь 62 петли на этой полоске. А здесь на одной полоске мы добавили 12 петель. По 6 петель с каждой стороны 12 петель. У нас получилось 74 петли. Вот я покажу на связанном уже тут, на одной штанишке, которую я начала сначала вязать, а мастер-класс готовлю по второй. Так, вот смотрите, вот такой у нас мысик вышел. Вот. Это для чего я делаю? Чтобы мы не вставляли никакой там сюда клаптик, кусочек между ножками, а оно не будет не подтягивать ничего. А со стороны спинки мы сделаем вверху уже как бы подлиннее немножко. И на задней стороны, как бы вот где попка ребенка, она будет вот так немножко выше, и когда одеваться будет, не потягивать ничего. Это еще один метод вязания штанов, очень даже хороший, многие так вяжут, даже многие вязаные импортные штаны. Так, теперь смотрите, мы сейчас, я вам сказала вот так, мы уже провязали, вот синяя полоска, добавили 12 петель. Получилось 74 петли. Сейчас мы переходим, начнем вязать уже белую полосочку. И мы будем добавлять, вот смотрите, я вам покажу поближе. Видите, вот так, вот. Такая как косичка идет. Мы будем убавлять по одной петле. До тех пор, пока на спицах останется опять 62 петли. И вот у нас получается вот такой как бы угол. Так, начинаем вязать. Также продолжаем вязать каждую полоску. У нас 3 тона. Получается по 6 рядов в каждой полоске. Так, вяжем сейчас белую полосочку из 6 рядов также. И начинаем убавление петель. Для этого первую я вот меняю нить сейчас. Первую я провязываю, когда меняю. Так, теперь смотрите внимательно. Теперь мы первую провязали. Следующие две петли мы вяжем. Вот вторую и третью. Провязываем вместе за заднюю стенку лицевой петлей. Вот мы убавили одну петлю. И провязывайте так лицевыми. Мы вяжем, не забывайте, лицевой гладью. То есть на лицевой стороне лицевые петли, а на изнаночной изнаночные. Так, и так вяжите до конца ряда. Когда останется у нас 3 петли, я вам покажу, как я в конце провязываю 2 петли вместе одной, чтобы ровно были петли. Вот мы этот ряд довязали уже до конца. У нас осталось 3 петли. 3 эти петли мы сейчас должны 2 вот предпоследние петли провязать одной петлей, то есть снять одну петлю. Мы будем их не так, как вначале провязывали за заднюю стенку справа налево, а будем так, снимаете с левой на правую спицу, чтобы были не перекрученные петли, вот таким образом. Вот смотрите. Так, чтобы было лучше видно, я, наверное, сейчас что-то подложу. Так как темные нитки тут у нас.
предыдущие были. Будет плохо видно на черном фоне. Так я подложила вот такую салфеточку. Так, вы берете и снимаете вот таким образом. Смотрите, вот за заднюю стенку снимаете налево опять. За заднюю стенку снимаете. Теперь ее одеваете вот таким же образом. Так, как сняли. И вот так. Все. И теперь берете две эти петли. И за переднюю стенку слева направо и провязываете одной. Показываю еще раз. Вот две петли слева направо. За переднюю стенку провязывайте одной лицевой. Все. У нас снято, получается, одна петля. А следующая просто идет изнаночная, последняя кромочная. В этом ряду мы сняли с вами уже по одной петле. У нас осталось уже 72 петельки. Так, следующий ряд изнаночный. Провязывайте просто, не снимаете петли, а провязывайте по рисунку. То есть у нас идут это лицевая гладь, все изнаночные петли. Вяжите этот ряд до конца. И так будете вязать на изнаночной стороне везде. Провязали мы изнаночную сторону. Теперь мы переходим опять на лицевую сторону. Здесь я перекручиваю нити, чтобы они вот таким образом шли. Так, переходим мы на лицевую. На лицевой стороне опять мы убавляем петли. Так. Первую мы сняли. Следующие две петли провязывайте одной за заднюю стенку. Вот таким образом мы сняли одну петлю. И дальше вяжите до конца. В конце мы будем точно так, как я вам предыдущий ряд показывала снимать, точно так будем опять снимать. И так до тех пор, пока на спицах останется 62 петли. Вот у нас в конце осталось 3 петли, и мы точно так делаем. Сначала их поменяем, как бы перевернем, чтобы точно легли, а потом провяжем эти 2 петли одной. Так, берете вот так, таким образом, снимаете с левой на правую, опять вторую снимаете с левой на правую, теперь одеваете сюда. Вот так должны быть петли. И провязывайте за переднюю стенку 2 петли одной и снимайте. Смотрите, она ложится ровно, и нижняя петля прячется за верхнюю. Так, и кромочная последняя. Вот мы сняли еще по одной петли. У нас на спицах уже осталось 70 петель. Так, теперь изнаночная сторона у нас. Изнаночную вяжите, не снимаете все изнаночные петли. Так, вот мы перешли опять на лицевую сторону. Точно так же опять снимаем. Первую снимаете, вторую и третью одной лицевой за заднюю стенку провязываете. И дальше вяжите до конца ряда. Так, в конце ряда у нас 3 петли осталось. Мы их точно так переворачиваем слева на справа, на правую спицу. Теперь одеваем на левую, чтобы ровненько потом мы их сняли. И 2 петли провязываем одной. Вот, как я говорила, петля у нас верхняя, а та нижняя спряталась за верхнюю. И последняя, изнаночная, у нас на спицах осталось 68 петель. Так, у нас осталось. Теперь мы переворачиваем изнаночную. Точно так вяжите одни изнаночные петли, не убавляя на изнаночной стороне. Так, провязывайте
Когда у нас заканчивается этим рядом, вот последний шестой ряд белое мы провязываем и начинаем вязать полоску бордовую. На бордовой полоске у нас стоит тоже 6 рядов. Мы точно так будем убавлять, как и на белой, по одной петле слева и справа таким же образом. И в итоге у нас останется 62 петли. Так, вяжем и убавляем. Так, вот мы провязали с вами бордовую полоску, убавили еще петли с одной стороны и с другой, то есть слева и справа по одной петли. И у нас на спицах уже осталось 62 петли. Вот смотрите, что у нас получилось. Вот мы здесь добавили на синей полоске. А здесь сюда убавляли. Здесь мы добавляли мы и на лицевой, и на изнаночной стороне. А здесь мы убавляли на белой и на бордовой полоске, только на лицевой. Получился вот такой у нас мысик. Видите? Так, сейчас покажу я на другой штанишке, которая, вот, смотрите, у нас вот такой вышел мысик. Так, теперь вы будете дальше провязывать. Вот мы убавили на белой и на бордовой, а теперь осталось на спицах 62 петли. Вы вяжете 6 полосок: синяя, белая, бордовая и опять синяя, белая, бордовая, лицевой гладью. На спицах постоянно идет у нас 62 петли. Потом начнем вязать резинку 1 на 1. Вот наша резиночка. Все, вяжите вы до резинки сейчас 6 полосок. Синяя, белая, бордовая, синяя, белая, бордовая. По 6 рядов и на спицах 62 петли. То есть 6 рядов и 6 полосок, это получается 36 рядов. Так. Так, мы с вами провязали синюю, белую, бордовую, синюю, белую, бордовую. 46 рядов по 6. 6 рядов по 6 полосок. Так. Получилось 36 рядов. Все, на этом уроке достаточно. На следующем уроке будем продолжать вязать и начнем вязать резинку. Спасибо за внимание. Благодарю, что заходите на мой канал. До новых встреч. До свидания. С вами была Светлана Садыгова.